Ситуация следующая, что сегодня существует два инструмента защиты рынка от опасной продукции. Первое основное – это бесспорно оценка соответствия. Оценка соответствия требованиям технических регламентов сегодня осуществляется, как правило, или через сертификацию, или через декларирование самим изготовителем или представителем изготовителя. И второй инструмент защиты нашего рынка – это, бесспорно, государственный надзор. Государственный надзор, который сегодня существует во всех странах и проводится по национальному законодательству. Когда создавался Евразийский союз, то документы о переходе на единые сертификации, на единые декларации в рамках Евразийского союза базировались на доверии стран друг к другу, базировались на соблюдении тех положений по оценке соответствия, которые прописаны в наших документах нормативных. И мы все рассчитывали, что это доверие действительно будет реализовано в полной мере. В жизни проделана очень огромная, очень большая работа по созданию единой системы технического регулирования. Принято 48 регламентов, практически больше, чем 80% охвачены этими документами. И параллельно на всю продукцию, которая попадает под регламенты, были выданы сертификаты или зарегистрированная декларация. Количество этих документов очень большое. Я приведу только цифры, что сегодня только на иностранную продукцию было выдано больше, чем 320 тысяч серийных сертификатов, которые действуют на 1 июня этого года. И только на иностранную продукцию зарегистрировано больше 2 миллионов серийных деклараций. Это цифры очень большие. И если эта работа проделана достаточно объективно, то это гарантия поступления на рынок безопасной продукции. Вместе с тем, то, что, как мы сегодня оцениваем, как оценивают сегодня многие надзорные органы, которые ведут надзор за техническими регламентами, во многих случаях работа по оценке соответствия проведена некорректно или документы выданы необоснованно. И здесь есть несколько причин. Первое – это то, что на рынке существуют органы по оценке соответствия, испытательные лаборатории, которые, практика деятельности которых можно назвать незаконной или которые ведут себя и проводят процедуры очень некорректно. И поэтому очень большая часть документов, с нашей точки зрения, очень большую часть документов можно отнести к документам необоснованно выданным. И нас беспокоят особенно серийные сертификаты, те, которые выдаются на очень большой срок, на срок до 5 лет. Бесспорно, такая же картина и при регистрации декларации, что это тоже проявляется в тех случаях, когда регистрация декларации проходит недостаточно обоснованно. В чем здесь проблема? Проблема, бесспорно, в том, что такие органы по оценке соответствия, испытательные лаборатории, они все аккредитованы. И поэтому вопрос эффективности самого механизма аккредитации заслуживает особого внимания. И мы сегодня вместе с уполномоченными органами в сфере аккредитации проводим работы по формированию единых подходов, по выстраиванию единых подходов в сфере оценки соответствия, в сфере аккредитации, по наведению порядка в этой сфере. Для этого принято соответствующее решение Совета. Тема обсуждалось на межправсовете. И наша задача сделать так, чтобы на рынке остались только компетентные добросовестные органы по оценке соответствия.